За разъяснениями мы обратились в медико-санитарную часть номер 135. Машина полностью разукомплектована, с нее снято все необходимое медицинское оборудование. В медсанчасти на балансе таких авто 3. Все они используются только в хозяйственных целях. И если вы увидите их в работе, не пугайтесь. Эти машины уже никогда не выйдут на вызов для оказания помощи больным.